что по итогу мы решили? Are you ready? Места достаточно для нас гномских людей. Мне очень нравится. Страховочку купил в этот раз $280, блин, в месяц. Как ехать? И прям с непривычки это прям супер как-то дико очень. Третий банк, я считаю, что это вообще просто best car ever. Так что да, Канада страна для людей. 10500 даешь и на Model Y за 70 тысяч уезжаешь. Всем привет, это Юра, и это продолжение моей трилогии, уже не знаю, какого-то многосерийного сериала про мою машину, там упало на нее дерево, то есть все. Большое спасибо, я попросил всех откомментировать ваши советы по поводу машины. Мы все изучили, все посмотрели, ездили немножечко по салонам, смотрели, короче, плотно занимались этим вопросиком. И все-таки, хоть и не очень было много комментариев по этой машине, мы остановились на Тесле. Машина у нас раньше была большая, поэтому, скорее всего, это будет Tesla Model Y, потому что нужно все-таки побольше места, но Model 3 тоже очень привлекательна своей ценой, поэтому мы еще не до конца разобрались. Сейчас мы поедем в салон и посмотрим новую машину. Едем со Светкой выбирать машину. Мама говорит, решили с машиной? Я говорю, решили. Она говорит, что решили? Я говорю, Tesla. Это какую, не секрет? Я говорю, нет. Это какую? Я говорю, why? Говорит, это какая? Большая. Такая, а, понятно, там то все. Говорит, а может подождать там, типа, чтобы больше еще потом взять машину, чтобы типа семиместную. Я говорю, не семиместную, там она все равно будет в этом же кузове, в этом же машине. Ну, как бы будет вращаться. Меньше места машинка. А, да, понятно. Я говорю, не, ну есть, говорю, больше Model X. Говорю, ну очень дорогая. Не, дорогая, ну железяка не нужна, типа. Говорит, а это сколько стоит? Я говорю, ну 1070 стоит. Такая, ого, ничего себе, говорит, а что ж это такое дорогая тогда? Я говорю, дорогая это 120. Она такая, нифига себе, говорит. Вот, а потом говорит, а надо будет сколько-то заплатить? Я говорю, ну да, ну сразу. Говорит, ну сколько, типа? Я говорю, ну там минимум 2500. Она такая, 2500, типа, еще и можно, типа, машину забирать? Я говорю, да. Так что да, Канада страна для людей, так сказать. 2500 даешь и на Model Y за 70 тысяч уезжаешь. Ready? Ну что там, как оно? Вот знаешь, что прикольно, потому что в новых машинах вот здесь вот да, глаз, я видела, да, ты говоришь. И его, я его думал в рэпом затянуть, не практично. Сядь сзади, спереди, я думаю, что оно плюс-минус одинаково, вот сзади. То есть там вот должно быть намного больше места. Why? Мне очень нравится. Потолок посмотри, какой здесь. И в Y будет прикольный потолок. Места достаточно для нас гномских людей. Mm-hmm. Реально. А у нас кнопки закрываются, открываются? В этой машине можно, получается, сложить сиденье вот это. А Model 3 никого нет. Ага. Складываться, но нужно самому. Плюс в том, что когда, например, далеко вы едете, эту машину можно чуть-чуть назад только отклонить. А Model 3 нельзя. Да, кстати, видишь, да. Штуки назад. Model 3 прямо стоит сидеть, да? А здесь можно чуть-чуть отклонить назад, чтобы удобнее было. Что-то в самолете. $1000 в разе. И что вы за это получите? Чуть больше багажник, чуть больше места сзади. All-wheel drive. Без скорости чуть больше, я вижу. Ну, это же не, да, здесь не испытаешь так. Не чувствуешь? Разгон имеется в виду? Да. Чуть-чуть чувствуется. Что по итогу мы решили? Model Y классная машина. Больше места, у нее больше расстояния, которое она может проехать на одной зарядке. Проблемы с ценой. Самое главное, то есть это очень две похожие машины. Они используют одни и те же детали, одни и те же сиденья, салон идентичен, просто сиденья поставлены такие прям вот, такие вот табуреточки, да, такие, как на рейке. Немножко больше батареи, но и машина сама тоже больше. Сиденья там сзади отодвигаются, потому что место есть. Вроде как должен был быть третий ряд, но сейчас он, к сожалению, недоступен, поэтому третий ряд сейчас вообще не учитываем. Вот, Model 3. Model 3 у нас сейчас стоит $52,990 канадских. Окей, запомнили, да? С Y та же самая история, правильно? Да, с Y та же самая история, только цена у меня будет тоже белая. Да. Колеса 19 или 20? 19, наверное, да. Y стоит 69900. То есть, ну, это уже разница, вот, там, разница нормальная. Плюс, на Model Y государство не дает никаких скидок сейчас. У нас есть сейчас в провинции два вида скидок. Федеральный и провинциальный. Федеральная 5000. Скидочка дается тебе, если у тебя машина до 45 тысяч.
Да, или меньше. И еще 5000. И еще сверху 3000. Провинциальная скидка. Итого 8000 скидка. То бишь, троечка выходит 52 990 минус 8000. Ну это прям 40 там с чем-то, да? Очень хорошо. На Y сразу же это как бы, ну, не работает. То есть машина Y, по сути, мне как юзеру из-за вот этих вот всех скидок будет, ну, намного дороже. Чуть ли вот практически не в два, но в полтора раза дороже. А все из-за там какого-то чуть-чуть экстра спейса в багажнике и там экстра там 100 километров, ну... А сколько машину ждать, и ту, и ту? Например, между декабрь 15 и Christmas time она будет доставлена. Короче, я человек, который любит скидки, мы все-таки не смогли это вот себе отказать, и мы решили остановиться на Model Y. Я надеюсь, мы не пожалеем. Справились меньше, чем за час. За 57 минут, при том, что мы походили, порешали. Поменжевались, какую выбрать, 3 или Y, сходили в этот вот, в подвал, там еще посмотрели. Короче, быстро сделалось. Фух, у нас еще есть 2 недели передумать. Привет, папа. Привет. Мы, короче, собираемся в день рождения Кани. Tesla Update. Так, your Model 3 is on your way to Vancouver, Greater Northern Ontario. Please select your payment appointment now. Так, next. Так, можно на Monday. Давай. Monday. Monday. Tuesday. Есть у нас 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m. 1 p.m. Confirm appointment. Yay! Что? Что, папа? Все. Driver license, proof of insurance coverage. Все. Let's go. Feeling too small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting. С погодкой повезло. Такси на Панамере. Бизнес-класс. Это бизнес-класс? Такие тачки не работают бизнес-класс. Да? Это слишком дорого? Да нет, это просто типа а-ля спортивный бизнес. Такая вот маленькая комнатушка. Просто, не знаю, 3 на 3 метра. Быстренько все заполнили, буквально 20 минут. Все сразу было готово, все заполнено. Жду этого страховщика. Оформим страховочку, все, машину мы нашли уже на парковке. Новые номера. Страховочку купил, в этот раз $280. Блин, в месяц. Еще предлагали тут полное покрытие какое-то, блин. Короче, разводили меня как могли, но вроде как покрылся нормально. $280, немало. Реально, блин, немало. В прошлый раз я платил, по-моему, 140, мне кажется. Короче, разница большая, но и покрытие будет тоже соответствующее. Поэтому хер с ним. На плохом, неудачном уроке мы уже научились, что на страховке экономить не нужно, поэтому не будем это обращать внимание. А вот сейчас будет самый сочный, самый такой сочный, вот 40-секундный вот клип этого видео. Вот. Поэтому если тебе не понравится, вот тут можешь сразу разворачиваться и уходить. А если понравится, во-первых, не забудь поставить лайк под этим видео сразу же. И не забудь, что там в ссылочке в описании есть моя реферальная ссылка на новую Теслу. Поэтому если вдруг этот ролик как-то тебя сделает тебе желание купить Теслу, то не забудь вот эту ссылочку использовать. Тогда и тебе, и мне будет по-моему, 1500 бесплатных километров зарядки на Тесле. Это не очень большие деньги, но это приятно, почему бы и нет. Я так сделал в свое время, мне помог мой хороший знакомый. И вот я еще бесплатно езжу и заряжаюсь. Очень классно. Приготовились? Погнали! Guys, ready? Ох, ну это, конечно, spaceship, мать его, корабль. Так, обдув стекла переднего, обдув стекла заднего, радио,
Сказали даже, у меня будет год бесплатного интернета. Так, а как ехать вообще? Супер какой-то минимализм. Вот так вот. Model 3, короче, это бумажка. О, очень прикольная машина. Так, нам как-то надо бы обдув включить, потому что что-то все запотело. А дворники как? О, дворники пошли. Авто. Ага, давай, авто. Найс. Ключей нету машины. Дали вот такие карточки. Карточки или телефон? Две карточки дали. Можно, в принципе, без карточки просто заходишь телефон, короче, на детектор, что телефон и все. Так, карта у нас тут есть. Ага, найс. Найс. Так, стекло, огромное панорамное стекло. Прям. Wireless charger. Оп, так положу. На два телефона. Дворники обычно справа у меня во всех машинах. А тут кнопочка, короче, слева. А коробки переключания, ну, в смысле, там, драйв, назад, вперед, вот тут. Как в этих американских машинах. Кстати, реально, даже американский бренд. Так, как мне выехать отсюда? Я вообще ничего не понимаю. Как ехать? Нажать надо было. Окей. Драйв, ну поехали. Да, мы едем далекие края. А когда отпускаю, она сразу тормозит. Четко, это я знал. Вот это я даже не ожидал. Тема, вот это тема. Я прям дергаюсь, как этот. Как будто первый раз за рулем, потому что она, как только отпускаешь фух газ, она сразу, ну, тормозить начинает. Так, ну что сказать, машина просто мечта, сказочка. Тут еще, конечно, самое главное, здесь все в компьютере. Это мы будем еще детальнее более изучать, потому что здесь компьютер очень классный, не перехватывается. Она едет очень хорошо, очень плавненько. И вот я к светофору подъезжаю, просто отпустила, она такая сама оп и затормозила. Сидишь как король. Приятное сиденье. Вот это тема. Ой, поехали. Во всех машинах нажимаешь, есть такой момент, ну ты нажал, а потом он так дернулась. А тут нажимаешь, и она прям сразу. И прям с непривычки это прям супер как-то дико очень. Ну-ка, давайте позвоним Денису. Алло, ну что там? Ну что, я уже лечу. Ну что, кайф, нравится? Кайф. Едет быстро? Вообще нормально. Необычно. Но вот тебя не позорит то, что если педаль с газа убираешь, она сама тормозит? 10 минут еду, я нажал на педаль тормоз один раз, когда разогнался, и мне стало страшно, и я затормозил. А так да, она сама. А таким образом она как-то сейвит электричество или нет? То, что вот это вот, она сама тормозит? Или ну да, она заряжается. Прикол это, да? Заряжается, да. Ну нормально, короче, блин, ну прикольно, классно. Ну поздравляю тебя, гарант. Ну прикольная машина, зависит такая футуристичная какая-то, я даже не знаю. За эти бабки я считаю, что это вообще... Это успех. Просто best car ever. Ну вот за эти бабки BMW 3 ну не купишь. И C-шку Mercedes не купишь. Но это намного лучше тачка, нежели чем тройка, блин, или C-шка. Я обычно на Tesla ездил. Так, интересный момент. Сказали заряжать как можно чаще. Типа вот приехал, поставил, подзарядил. Поставил, подзарядил, прям это вот. Мне как бы кажется, что это портит батарею, потому что, ну, это... Ну, там цикл зарядки, разрядки, там какой-то он не бесконечный. Там есть какой-то режим daily, типа дневная езда, а есть режим, ну, типа какой-то trip. И трип это типа оно полностью зарядит, а дейли это там оно зарядит там на 2/4, ой, на 3/4, наверное, ну чуть меньше. Я так понимаю, что они рекомендуют ставить на дейли, ну если ты обычно просто дейли драйвер,
Да, и оно так смотрит, типа, а, еще не надо, значит, не будем заряжать. А если надо, то дозаряжаем. Я надеюсь, что нам хватит 315 километров до завтра. Завтра уже буду, наверное, разбираться. Я даже зеркала не настроил, прям олень какой-то я. Сел и поехал сразу. Так, зеркала. Left. А ну-ка. Тут на руле вот всего две кнопки. Тут и тут, тут и тут. Ага. Ага, ага, вот так двигаешь и так, ага. А ну-ка. Так, и теперь right. Так, вот это видите матовое? Сейчас во всех старых Теслах здесь вот такой вот глянец. А здесь матовая, красивая эта штучка. И тут вот матовая. Или где-то, короче, тут... А там везде вот такая вот такой царапающаяся штука, как у меня на Мазде была. Телефон. Add device. А ну-ка, давай. Start search. Ладно. Что такое? Что случилось? Тесла, что ты делаешь? Огромное всем спасибо, кто следит за нашей историей с машиной. Это было такое знакомство с Tesla Model 3. Это новая, свежая салонная машина. Я хочу о ней записать полноценный такой обзор с детальными обзорами всех фич, всех там, всей машины, всех деталей, функций и так далее. Поэтому напишите в комментариях, если это вообще кому-то интересно. Если это будет кому-то интересно, я это обязательно запишу. Попробую, может быть, даже вот в следующем выпуске. Всем спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте мне лайк и до встречи.